Так, секунду. Все, я так понимаю, сейчас пауза снимется и... Но все равно получается, что они сейчас будут играть просто 4 против 5. Команда Five Nix против Handface. Смотрим, смотрим, смотрим. Я надеюсь, ничего не забыл включить. Ничего не забыл. Ой-ой-ой, какие флеша летят, господи боже мой. Ребята в пленте сидят, Зохан пробрасывает бомбу, должен забирать бомбу. Ой-ой-ой, лоу хпшный Зохан. Просто его убивают, с калаша не дают поставить бомбу. И это очень-очень плохо, на самом деле. Убивает Бонзера еще. Никельбека убивает. Кирина убивает акулу. И за акулу мстит АМВ. Убивает. Убивает его. Счет тем временем 12-12. Продолжаем смотреть. Противостояние двух команд. F-Mix против Handface. Это финалы Беларусь-Украина. И с вами я, Савёныч. Ребят, кто только что пришел, кто недавно пришел, всем привет, рад вас всех видеть. Нажимайте кнопку follow или присоединиться под стримом. Буду рад вам всем. Буду рад вас всех видеть. Я надеюсь, что мы в дальнейшем с вами тоже будем видеться. Кладет смоук у нас на мид. Отдымили сети спаун. Новел с Банзором должны сыграть ключевую роль. Должны просто выйти. Но казаки отстреливают Ферина с мида. Акула отстреливает у нас Зохара. Банзор убивает акулу и убивает Никельбека. МВ отстреливает Никельбека. В окно хочет у нас пролезть игрок защиты. Откидываются ребята как могут. Остается 2 в 3. Очень тяжело тащить будет. Но. Окно плюс дверь будет. Так, выходит один в окно. Ой-ой-ой, Банзор просто сделал минус 2, но третьего он бы, ну, как бы он мог убить, но это было очень тяжело. Потому что его тиммейт немножко сложал. Счет 12-13 и в пользу команды Handface. Уже, мне кажется, морально тяжело должно быть ребятам. Так, подожди, что у нас там вообще получается по графикам-то? Мне кажется, ребятам с команды Five Mix должно быть тяжелее сейчас морально, потому что как бы они больше раундов отдали. Смотрим, смотрим. Залетает хаешка в бочку. В смысле, в коробку, никого там не накоцают. Никельбек у нас стоит, чекает мид. Новел выходит на нижнюю темочку. Так, это выход куда? Выход под А будет? Потому что два игрока выходят просто в наглую. Три игрока. Три игрока выходят на шорт. Находят одного оппонента. Новел простреливает смоук на миде, но никого там нету. Так, летит офигенный смоук. Сейчас он должен закрыть. Закрывает сети. Два игрока, один на ланге, один в пленте. Должны. Ой-ой-ой! Он снимает голову своему другу. АМВ убивает Ферина, Новый убивает Клуди и остается АМВ. Стоит на подъеме. Ой-ой-ой, как АМВ играет? Как же он играет? А Новый отстреливает Никельбека. Парня на подъеме надо убивать. Убивает АМВ. Еще один парень на подъеме, один на шарте. Должны понимать, ребята, где их противники. Новел, давай! Новел в пленте сидит. Должен тащить этот раунд. Остаются два против одного. Ой-ой-ой, Unknown. Unknown, что творит этот... Ой-ой-ой. Просто с пистолетом убивает Новела. Банзор должен играть на время. Нет, просто Банзор умирает от Unknown'а и... Очень тяжелый раунд психологически именно для команды F-Mix, они отдали просто парню с пистолетом. Это очень и очень тяжело. Очень и очень тяжело. Извините, я немножко приболел. Да. Не просто вот так вот взять и выиграть еще хотя бы 3 раунда команде F-Mix. Но все возможно, все бывает. Если ребята из команды Handface берут еще один раунд, это будет, конечно, что-то с чем-то. Опять кладет смоук на мид, закрывает сити спаун.
Банзор и Ферина делают по фрагу, убивают казаки с акулой. Три игрока стоят на А, и это просто чистый план Б. Ребята должны это понимать и выходить. Понимает Клуди, что ребята его уже хотят встретить по-любому. И должен отыгрывать очень сейвово. Нет, на самом деле, вот этот раунд очень классно отыгран командой FMIX. И очень безграмотно отыгран командой Handface. Господи, я думал, сейчас он еще спрыгнет, его минусанут. Но нет, этого не произошло. Один игрок на подъеме, один игрок на яме. И что же произойдет? То есть КТ просто забили и решили никуда не идти. Ну правильно. Лучше засейвить девайсы на еще один раунд. У них, в принципе, еще есть время, чтобы подумать. Но счет тем временем 13-14. И той, и другой команде нужно брать раунды. И той, и другой команде. Я не знаю, о чем думает команда Handface, почему они не стали как-то. не встали как-то более грамотно. Но. Уж как случилось, так случилось. FMIX 13. Взятых раундов Handface 14. Продолжаем. Напоминаю, что это финалы Россия. Ой, какая Россия, господи. Украина-Беларусь. У нас четверо игроков просто на шарте. Кельбек должен выходить отстрелять. Должны по инфе просто сыграть, найти своих противников. Ребята из команды Handface делают перетяжку на А. Должны понимать, что это А. Ушли в закрытые позиции, это хорошо. Мид контролируется тоже, чтобы ребята никуда не сбежали с шарта. А, вот уже и не контролируется мид, смотрите-ка. Очень интересная ситуация у нас развивается. Ситуёвина, я даже бы сказал. Зохан, выходят ребята, видят одного на сети. Еще один на сети. Один в пленте. Ой, какой минус дает Unknown. Два минуса дает Unknown. Но это уже просто фейл команды FMIX. Перестреливает все-таки МВ своего соперника. И Новел красный просто должен... просто три красных игрока. Короче, кому здесь больше повезет, тот и победил. Если бы у Новела была хаешка, он бы ее закинул, сделал бы минус два игрока. Если инфы по нему нет, у него есть все шансы. Если инфа по нему есть, то увы и ах. Хотя нет, я так понимаю, что инфы по нему нет. Нет, чекается подъем, и оно он убрал прицел! Да что ты творишь, что такое, зверюка? Но все-таки МВ убивает Ноула, останавливает его победоносное шествие, и сейчас становится 13-15 в пользу Handface. Очень классно отыграли ребята. Матчпоинт у нас 13-15. Если команда Handface сейчас берет еще один раунд, то они выигрывают и проходят дальше. Если же не берут, то ситуация становится крайне критической. Ох, господи, Зохан, что ты творишь? Просто зверь отстреливает через смоук АМВ. Новел, ой-ой-ой, Бонзера убивает акула. Зохан мстит, убивает акулу. Ферина умирает, Зохан отстреливает, просто две головы ставит. Что творит этот парень? И, я так понимаю, это критическая точка матча, потому что Unknown один против троих и два фуловых у команды FMIX. Убивают все-таки Unknown, и это 14-15. Все или ничего. Все или ничего. Так, мне интересно, куда готовятся ребята выйти. Непонятно пока, что произойдет. Ну да ладно.
Бонзара минусует, Зохана минусует, Ферина пытает, убивает казаки, Никельбека минусует, и Ферина убивает Клуди. Остаются 2 против 3. 2 игрока атаки, 3... Ага, уже все, новый лад ехал, остается Ферина, который не может сделать минус, и Хэндфейс выиграем. Поздравляем Хэндфейс. Ребят, я сейчас попробую посмотреть, что у меня там получается с трансляцией, и я вам все объявлю. Пока не разбегайтесь.